Індивідуальне будівництво, узровень заробітної плати, асортимент сільських магазинів. Помічник президента, інспектор по Гомельській області Юрій Шулейко сьогодні навідав Жлобин. Прямая телефонна лінія, особистий прийом громадян і удзел у пасяджэнні комісії по садзейнічанні занятості насельніцтва. Программа візиту была насычанай. С подрабязнастями Максим Савін. У районе индивидуальной забудовы Заходни на ускрайку Жлобина свое жилевое питание вырашает больше, чем 300 жихаров райцентра. Будуются и они с 2013 года. Каля десятка семей уже заселились у новые дамы. Электричность и вода есть. Для комфортного життя не хапает, как минимум, дорог. Причем дорог литерально нема. Ни подъездных, ни на территории района забудовы. С этой проблемой Дмитрий Коваленко извернулся до помощника президента. По его словам, до этого на все звороты приходил отказ. Грошей нема. Молодого человека одразу запеунили. Зарабить вертикальную планировку на некоторых улицах и подвести газопровод мают на меру в этом годе. Гроши уже выделены. Еще одно питание от Дмитрия Коваленки могутности электросеток района забудовы. Указ номер 492, який устанавливает тарифы на жилево-коммунальные послуги для насельництва, робить обогрев домой электричностью больше танной. И многие домовладальники готовы пойти на это, однако электричные сетки не различенные на такие могутности. Юрий Шулейко дал поручение мясцовым уладам деталево пропрацовать усе магчимые варианты вырашения гэтых пытанняў и рабіць это у тесным узаимодеянні с забудовщиками. В целом удовлетворен. Юрий Витольдович поставил задачу. Видно, что хотят с нами хотя бы идти уже на контакт власти, потому что до этого как-то не собрание особо, результативных не было. Увогуле, подчас прямой телефонной линии особистого приема громадян до Юры Шулейки поступило амаль два десятки зворотов. И они тычались разных сфер. Огульное одно – актуальность и важность для жхару Жлобинского района. Тому их нельга игноровать. Сегодня буквально с первой минуты начали звонки. Звонки имеют актуальную под собой основу. Это различное направление, это обеспечение газом, это обеспечение остановочными пунктами и прием в том числе. Это различные моменты обеспечения сегодня продуктов питания. Это социальные вопросы, которые в прежнюю очередь высказались жители Жлобинского района. Они носят такую более социальную направленность, и, как правило, люди это пожилого возраста, к которым надо сегодня прислушиваться, обращать внимание на данные вопросы. Помощник президента ознакомился с работой районной комиссии по садзейнічанні занятости. С мая 2018-го она собиралась 20 разов. Причем не только у райцентра, але и с выездом у сельские советы. За этот час працаўладкавана больше за 30 человек. Уважливые и корректные отношения до кожного. Менавіта такими принципами повинны корыстаться члены комиссии у своей работе. Работа сегодня комиссии по содействию занятости. Я вижу, что в Гомельской области они имеют выраженную правильную работу. Мы недавно со всем проводили видеоселектор на областном уровне со всеми районами. Мы детально подняли вопросы, которые характерны. В первую очередь, это для больших городов. Это Гомеля, Жлобина, в том числе, там Мозыря, где наиболее активное живет население, в том числе и выезжает, и подтверждает свои, так сказать, доходы где-то документально. Но и по трудоустройству, которое сегодня необходимо, да, они опять-таки выражены. Комиссии сегодня работают. Максим Савин, Игорь Марышин, телерадиокомпания «Гомель», Жлобина.